Так, ну что, потусовался, потусовался, сходил ельца, половил, половило его около двух часов реального времени, и у меня вышло 600, мать его, 67 монет. Знаете почему? Потому что у меня, если по цене отсортировать, у меня раз, два, три ельца трофейных, уклейка, блин, а потом чатовые зачетные идут, гляньте, сколько много. Вот. Ну и незачетные тоже есть. Поэтому елец реально крутая штука, крутая рыба. В данный момент она хорошо клюет. Когда будете вы смотрите я не знаю, если честно, будет наклевать или нет, но вы помните эту точку. Вот. В кафешке тут я уже сдавал что-то, короче, когда зашел, вот, ельца на 40 монет. И все. И уклейку можно, в принципе, ждать, сдать. Тоже почему бы и нет. И смотрите, теперь, короче, я хочу что сделать. Я хочу сейчас поехать на старый острог. Там сейчас вроде как клюет линь и карась, короче, трофейный. Вот. Почему? Потому что у меня до сих пор остались, помните, мы на медном покупали какую-то хрень, блин, которая не клевала. Вот. Вот это вот хрень, черная смородина, короче. Как раз мне повезло, что на остроге клюет на нее. Кстати, спасибо за макрыль, я не знаю, зачем вы мне скидываете ее. Вот, и даже прикор у меня остался, по-моему, с острога, ой, с медного. Вот, 17 шариков у меня есть, я думаю, никто не обидится, то, что тут нема этого северной ежевики, будем ловить на такой вот прикорм с ржаными отрубями. Не знаю, нахрена я это сделал на медном, но ну, пусть будет, короче. Сейчас покажу, где я буду стоять. Значит, вот острог, нахожусь я вот здесь вот, вот, выходишь, приходишь, вот, забросился, уже в глубину подобрал, значит, на что я ловить буду, на смородину и черную смородину дип, буду ловить на махе, вот, на маче не хочу, короче, поп попробую на махе, оно повеселее, как бы, тут постоянно, как бы, что-то, ну, натяжечка идет, как бы, видите, уже первая рыбешка у меня есть, это я еще не успел закормиться даже, на трофей не похоже, килограмм, на кило 600 наверное, будет, о, кило 750. В принципе, норм. забрасываюсь на, через shift. Как мне говорили, типа, что через shift на 8-метровых махах это получается 12 метров клипса примерно. Ну, если на донку ориентироваться. А тут как раз 12 клипса. Разные посты, разные, разные клипсы. Но я выбрал самую дальнюю. Вот. Берем рогатку, берем наш смородина. Вот он он. И вот почему-то, я не понимаю, почему такой прикол. Когда я еще не забросил ни разу, нельзя клипсу под подрегулировать. То есть невозможно. Нельзя сделать меньше ее. Или больше. Ну, в принципе, норм. Ветер у меня какой? Ветер какой-то у меня есть. По-моему, он сзади у меня дует. Вот так вот забрасываю небольшую площадь. Потому что все равно попадать ты ровно не будешь всегда. И вот так вот. вот Раз, 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 раз. Все, кончился. Мне думаю, на минут 40 мне хватит. Посмотрим вообще, что это такое. Если прям хорошо будет долбить, тогда можно будет и как бы, ну, вы понимаете, и прикорм еще сделать. Ну, как обычно, я подсекать не умею. Ну, будем учиться. Все, сейчас через минут 40 скажу, что получилось с этого. Во... О, смотри, смотри, смотри. По-моему, сидит уже кто-то. Но... Нет, не сидит. Нужно дожидаться, походу, пока клюнет. Ну, клев есть, слушай, мне нравится. Мне нравится. Хотя можно, в принципе, было там стать. На 35-58, блин. Подожди, где у нас 35-58? 35-57, то есть где-то... Где-то 35-57 должна быть. Где-то у вот там, по-моему, не знаю. Ладно, короче, смотрим. Так, ну что, я отловился, что у меня вышло. Вот столько у меня рыб вышло за 40 минут. 28 штук. По трофеям, что у меня было? Раз, два, три. Все. Больше трофеев не было. Значит, был один обрыв, у меня оборвало полностью. Пришлось поводок, короче, делать новый. Слава богу, у меня шнур еще остался, и фурнитура какая-то валялась, короче. По кафешке. Единственный вариант вот это вот сдать. Но у меня не хватает, получается, одного карася. И мне впадло высиживать его. Почему? Потому что я говорю, что... Сейчас кто-то опять скажет, что я ныть начинаю, все такое. Я просто говорю, как оно есть. Из, например, около 50 поклевок у меня вот столько только подстеклося. То есть, понимаете, когда вы на донку ловите, вы приходите, вы единственным вопросом задаете себе, будет ли у вас клев или нет. Здесь ты приходишь, ты задаешься вопросом, будет ли клев или нет. Второе, будет ли подсекаться или нет. И кто-то скажет, типа, что я типа неправильно подсекаю. Друзья, мне невыгодно просто сидеть сейчас и тянуть время. Я хочу быстро закончить, чтобы сериал был интересный. Там максимум 15 серий, это прям с головой. Все, это край уже. Это дорогая, это вилы просто. Ну, блин, я не могу подсекать, я не могу быстро фармить, у меня не получается, я все перепробовал. И когда он только начинает, и когда он заканчивает, во время это, танцев его, и когда топит, и когда не топит, когда вываливает, не подсекается просто, все поклевки не подсекаются. Процентов 30 только подсекалось у меня, ну, половина, наверное, точно может быть, не больше. Вот, и я, мне вообще никакого желания нет ловить на бойлы. Когда ты ловишь на, на насекомых, на кашу какую-то, там все, там потопило все, ты подсекаешь, пот, потопило все, ты подсекаешь. Здесь же это не работает. Вот, 148 монет я заработал, и я, короче, смотрю, у меня еще остался короче, ваниль с этим, с карамелью. Я хочу еще на Ладожское озеро съездить, еще там попробовать добить этих трофеев, добить наживку, вернее. Вернее, ну, остатки, короче, сплавить, и все. И пока что я бойл пока ловить не буду, пока ничего интересного у меня нету в планах. Вот, буду ельца ловить какого-нибудь, чисто фармить, чтобы выформить большие палки, короче. Здесь единственное, нужно классическую волосяную поставить, получается. Я не знаю, как это делается, вот так, наверное, вот и два тонущих бойла меняю. Ну, вчерашний, короче, ну, для вас 5 минут назад это все было. Постою здесь, у меня еще прикорм остался карасильный, и скажу, что получилось. Так, ну что, друзья, я думаю, это замечательно просто. Я просто счастлив. Как не знаю, кто, друзья. Ладно, хорош шутить. Смотрите, что у меня вышло за полчаса. За полчаса у меня вышло 90 монет. Один трофей был всего лишь... Да, два трофея за одну ночь. Вот так вот, и, друзья, и живем, так сказать. Ладно, пошел дальше бродить, бродить куда-нибудь. Значит, друзья, я впервые, нет, не впервые, второй раз за 28 уровней кайфанул, когда ловил леща. Друзья, сейчас я вам все расскажу, покажу. Значит, я в ближайшие два дня реальных просто ходил, ловил ельца, короче, типа вот такого вот э, ельца. И на Сверском донцентом заходил, иногда полавливал, короче. Ну, что-то, короче, как-то елец подсдулся, немного донец подсдулся. Не особо много денег получается. Вот, пробую опять ходить на леща, но по ночам. Вчера пришел на эту точку, у меня был зацеп, короче, без зацепа, я не смог отцепиться, на две палки половил, и вышло у меня там что 60 монет за ночь, короче, вот, но сегодня, наконец-то, у меня нормально получилось, смотрите, сколько у меня вышло леща за одну ночь, выбираем первого хвоста и выбираем последнего хвоста, удаляем, у меня получилось 64 хвоста, друзья, 64 хвоста, охренеть, просто ляньте, кого много здесь получилось, вот, я стою на 0,8,50, на многие помнят эту точку, вот, и кормил, короче, прикиньте, прикормом, вообще недоношенным каким-то, короче, вот он, молотый горох, а пары рубленый червь, варено пшено, тут нема даже этого, ни трясены, ни тыквенного семя, не знаю, может это влияет, может реально сейчас нужно без тыквенного семя ловить, я не знаю. Давайте посмотрим, сколько вышла фарма, и я хочу прям ходить, ходить, ходить дальше, дальше, дальше. Чтобы фармить дальше на этой точке, раз она нормально дает именно на махе. Смотрите, сколько у меня вышло баблишечка за полчасика. Давайте выберем это все. 200 монет. Я не знаю, много это или мало. Мне кажется, килограмм 60-70 здесь есть в суммарке. Может, 60 всего. Ну, в принципе, норм, наверное. Не знаю. 200 монет. А на Ельце за 40 минут у меня вышло... 171 монета. То есть, в принципе, и лес такой же, как и лещ. Благо, здесь в кафешке тоже бывает лещ. И сдаем его на 40 монет. Бенч вот, не знаю, будет ли еще что-нибудь продам, на всякий случай, тут вдруг я забуду все. 364 монеты я продаю, и у меня 3600 уже есть на кармане. Сейчас самая моя цель основная, это добить 29 уровень, пока у меня прем не кончится. Потом я прем покупать уже не буду, мне он уже не нужен будет. Вот, поэтому ждем дальше, что-нибудь половим еще. Так, ну еще одно место, которое я вам ни разу не показывал, где я пришел прогуляться, половить, это у нас, друзья, Камаринка о, неожиданно, значит, на пристани я постоял, половил карасиков, получилось у меня за один час 5 трофеев, получается, вот они, вот они, вот они, на донку тоже здесь ловят где-то по штук 7-8 трофеев, в принципе, как бы не особо я и проиграл, но скажу так, что это последний раз, когда я ловлю что-то на бойлы, то есть, почему, я ловил на кукурузу, вот, клубнику я купил, кукурузу я ловил, я не хочу больше ловить на бойлы, я не хочу ловить на кукурузу, я лучше буду ельца ловить, я буду лучше ловить леща, лучше буду на донце тусоваться, но вот эти вот бойлы, вот это вот страдание, постоянно непонимание вообще, когда оно клюнет, когда оно не клюнет, короче, я не хочу. Единственное, что я половлю карпа, и это мне придется ловить. Но все, я манал, я не хочу. Это просто бред собачий. Это реально бред собачий, это невозможно ловить рыбу на вот эти вот бойлы. Просто реально сдолбало. Сколько там надо тебе? 8, 7, сколько? На, рыбу тебе сдал в кафешку. Потому что постоянно поплавок ведет себя неадекватно, то он тонет, то не тонет, то, то дергается, не дергается. И хер поймешь, когда его подсекать, блин, так вот на шару подсекаешь его. Потому что, и как это называется, как бы, знаете, методики, когда понимать, клюнуло оно или нет, я не понимаю. Я не знаю, кто понимает, научите меня. 15 видов модели Короче, все, херня это все. Я манал. Пойду, да, лучше леща половлю. Или что-нибудь другое, на муху какую-нибудь. Так, ну что, друзья, говорил я вам, что больше не буду ловить на бойлы, а сам решил поехать на бойлы. Почему? Потому что, ну, как бы я стримлю, типа, да, мы бывает там ходим, проверяем что-то. я узнал, что здесь, как бы, на Янтарке, я сейчас на Янтарке нахожусь, можно пробовать ловить на кукурузу. Но если ты ловишь именно на вот такую вот кукурузу, на тутифруте, то то карпы максимально мелкие, как бы, понимаете? И я подумал, что можно прийти попробовать. Друзья, опыт получился довольно-таки интересным, мне понравилось. Здесь карпы более-менее адекватные, и они дают подсечки примерно 8 из 10 поклевок я подсекаю. То есть у меня прям, я прям кайфанул реально. Вот, если здесь ставить смородину, то будет очень много размотов. На янтарке я бы не хотел бы э, размот ловить, потому что здесь довольно-таки большое открытое пространство, а у меня всего шнура э, 125 метров. То есть, как бы это риск. На медвежке, да, на медном, да. На янтарку я бы не пошел. На ахту буфика ловить я бы тоже не пошел. Но так как я знаю, что здесь мелк, мелкие карпы клюют именно на туттифрути, повторяюсь я, я и рискнул. И я здесь простоял, получается, час 37. И я предлагаю вам глянуть, что у нас вышло по фарму. Во-первых, как бы я не особо за фармом сюда приехал. Почему? Потому что карпы мелкие. И они немного дадут денег. Я именно хочу максимально быстро, пока у меня еще остался прем, выкачать себе 29 уровень, чтобы у меня было открыто полностью медное. Мне осталось еще четверть этого уровня. И, ну, я думаю, у меня тут за 6 счастливых часов должно это все случиться, как бы я где-то процентов, наверное, 5-7, наверное, сейчас уровня апнул за один счастливый час. Ну, все равно, глянем, сколько у нас вышло по фарму, все равно это интересно, за полтора часа на карпах у меня вышло 263 монет. Да, это дичь, конечно, ну, блин, все равно интересно, опыт дополнительный и, конечно же, прокачка поплавочки, она мне особо не нужна уже в принципе, Очки свободные есть, куда их вкидывать, даже не знаю. Наверное, еще рогат, рогатку, докачаю и все. Мне, в принципе, больше никуда не надо вкидываться. А, не, вот, в катушку еще. Правильно, правильно. Все, я все выкачал. Мне здесь больше ни хрена не нужно. 28 уровень вполне достаточно, чтобы мах прокачать полностью. Потом, конечно, живцовая оснастка будет, но я не знаю. У меня наживка не прокачана. Единственное, что я хочу, сейчас быстро купить это поплавочку, блин. Че так мало денег вышло? Вы что, гоните, что ли? Полтора часа, блин, реально, вы что, прикалываетесь, блин? Ну тут да, тут самый большой карп был на 8 килограмм, чтобы вы понимали. Это именно развлекуха, как бы. развлекуха, развлекуха, развлекуха. Вот за основу очень много нечатовых даже. Чешуя по килограмму полтора. Ну, нормально, все равно. Мне понравилось. Можно, конечно, укрупниться. Но мне сыкот на карту. Я не купил, короче. Я на камнях был и на дубе, на мостике. Вот. Ну, я понимаю, что это, пока эта серия выйдет, уже и конец придет всему. Ладно, пойдем дальше. Итак, решил, значит, посетить новый водоем для нас. Это Ахтуба. Значит, нахожусь на болоте. Карту, как обычно, не покупаю. Как бы, ну простите, не все деньги экономлю, короче. Вот, отловился я в болоте. Координаты вы видите. 15 клипса, короче, друзья, и глубина здесь 3.25. Не знаю, зачем это вам нужно, но просто, может быть, кому-то нужно. Значит, я. Половил здесь, половил я здесь, получается, сколько, час и 16 минут у меня вышло 72 хвоста. Здесь клюют, получается, амуры, буфики, буфики и, конечно же, чешуя. Почему я решил сюда приехать? Потому что здесь по карте это закрытая местность, это болото. Там есть только маленький ручеек, он где-то здесь недалеко, вот он здесь, здесь вот находится. И здесь рыбе тяжело уйти сюда. То есть, если ты прям стоишь на месте, она влево уходит, уходит, уходит и ушла. Да, здесь, 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 наверное, даже легче будет достать его на самом деле. Ну, короче, невозможно здесь уйти рыбе. Поэтому я психанул. Я знаю, что здесь амуры клюют, с моей слабой катушкой здесь реально сложно, ну, вообще, ловить рыбу такую. Но на болоте я понял, что здесь не сложно, здесь метров, по-моему, 130, короче. Это очень, э, шанс такой маленький, что меня размотает, надеюсь, я никогда здесь меня не размотает. Был, короче, у меня самая большая, большая рыба, это амур на 19, друзья, килограмм, я вытащил за 10 минут реала, 10 минут, короче. Да, помотал, конечно, он меня, он клюнул на третью палку, и у меня износ... Фрикач сейчас 2% всего. То есть, в принципе, вообще играбельно. Играбельно, еще раз играбельно. Вот. И смотрите, на что я ловил? На банан, короче. И я, и знаете, что понял? Что? Что поклевки на кукурузу и на бойлы разные. То есть, я вспомнил, как я на медном с вами стоял. Я ловил на нейтральный плюс ананас. И я отловился прям хорошо. То есть, клюет замечательно. Вот вчера пришел я на основе, смотрите, даже может быть я еще где-то остался, я не знаю, просто, ну вдруг похвастаюсь хоть чуть-чуть, смотрите, маховые палки, буфала большероты, вот он, до сих пор еще, у меня тут было вчера три места, осталось два. вот я ловил на махе здесь на основе, я ловил на два бойла, 20 и 14, и все поклевки были просто идеальные, как вам объяснить, оно берет, начинает дрыбаться короче влево влево вправо вправо все подсекаешь то есть влево влево вправо вправо ты подсекаешь все здесь когда я ловлю на кукурузу подсечки то есть поклевки совершенно другие они просто берут и тонут тонут, а там уже начинают выделываться, короче. И нужно постоянно как бы сидеть на этом, на внимании, короче, и думать, когда уже все-таки можно подсекать. Оно часто бывает топит, 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 топит. топит. И там начинает уже дергаться, короче. Сидишь, типа думаешь, блин, подсекать, не подсекать. То есть поплавка не видно. Это, смотрите, я еще апнул 29 уровень. Статистику я вам показывать не буду, потому что там суммарный вес у меня обновился. Я даже сам ее боюсь смотреть. Вот, почему? И смотрите, доночная ловлю, у меня 0%. Это дух вот подумайте, что я скрываю у вас, это, ловлю на донку здесь. 94% маховик уже у меня. Надеюсь, мы сотку когда-нибудь выкачаем. Денег у меня 4300. Вот, и я думаю, можно поехать попробовать продать рыбу и посмотреть, сколько у меня вышло денег за час и 13 минут. Я пароль неправильно, нет, ты правильно ввел. Так вот, к чему я веду про эту кукурузу. Завтра, во время счастливого часа, когда я пойду опять фармить счастливый час, чтобы побыстрее, максимально быстро попробовать еще до Тунгуски добраться, у нас 30 уровень остался, это самое такое, что было бы хорошо попробовать на матче плавить другую рыбу. Вот, я хочу попробовать плавить на бойлы, то есть хотя бы 14 плюс 14 бойл, вот, и посмотрим, какие там будут поклевки. Ну, я уже геймплей не, за... не, показываю, я просто вам отчеты как бы предоставляю, и все. Где я был, что я... что я делал. И я вам скажу, что реально бойл лучше, чем на кукурузу ловить. Или также 610 монет у меня вышло за час и 13 минут, по-моему, там, или 14, не помню уже, короче. В принципе, хорошо, по 550 монет, получается, где-то примерно выходит за один, мать его, час. Я прям реально офигевший. 4300, 5000 рублей почти уже есть у меня. Кафе же, как обычно, не, как, не какущая, короче, постою, может подожду, может какие-нибудь амуры будут и будем продолжать дальше. Значит, я буду опять пробовать буфика ловить, вот, пока он клюет здесь. Так, ну что, друзья, попробовал я половить на бойлы, никаких изменений нету, все равно поплавок тупо тонет и не видно поклевок. Что же я решил попробовать? Значит, мне писали, мол, типа, твои поплавки, которые... Вот такие вот оранжевенькие, мои любименькие, вот такие вот поплавки, не держат, получается, бойлы. Я сначала задумался, наверное, типа, да, пора их менять. Но я обратил внимание, что я ловил на 3.5G, тоже вот такой вот поплавок. На него ловят и другие ребята на махе. Я ловлю на основе на махе. И они не тонут. Но смотрите, прикол в чем. Здесь огрузка 3.5. На вот этих вот поплавках огрузка 4 грамма, они еще более как бы лучше всплывают. То есть мне бывают люди пишут в комментариях, лишь бы написать что-нибудь, понимаете? То есть нету разницы, огрузка какая. Это во-первых. Во-вторых, механика ловли на бойлы такая, что без разницы какой у тебя поплавок будет, он все равно утонет из-за бойлов. Здесь бойлы должны валяться именно на дне, потому что если поставлю другую глубину, он утонет. Если я поставлю другую глубину, он вот так вот тут ляжет. То есть здесь нужно подбирать глубину. В это, это я вам это говорил уже давно. Здесь огрузка не влияет на то, утонет поплавок или нет. Все, с этим разобрались. Но я все-таки подумал, что как бы решить эту проблему. Потому что эти оранжевые поплавки слишком сильно, слишком сильно как бы тонут. Я решил пойти купить вот такие вот ваглеры, короче. Почему? Потому что они максимально длинные. И огрузку я взял тоже 5 грамм. То есть чуть-чуть чуть-чуть сильнее. Да не подтекается она ни хрена после второго раза. Вот я заметил тоже одну особенность, сейчас про нее тоже расскажу. Короче, купила вот такие вот ваглеры, и реально, даже если ваглер тонет, то его кончик все равно виден, как бы, потому что он очень длинный, не знаю, тут сантиметр например, 15, наверное, он, вот, и поклевки реально стали лучше, то есть мне реально комфортнее стало ловить, поэтому, если что, пробуйте тоже ставить длинные, или поплавки 3.5G, они тоже, в принципе, нормальные, но они чуть-чуть короче, где поплавки наши? Вот они, вот такие вот. Почему их все используют? Потому что они реально длинные. Но ваглеры еще длиннее. Я еще задумался о том, возможно, ваглеры лучше подсечка будет. Но как бы она такая же самая, как и на обычных поплавках. Для... Опять он дуру гонит там. Не знаю, может уже пора подсекать? Не, нихера не подсекается. Короче, смотрите. Вот, ваглеры мне реально помогли. Вторая особенность. Вот такая вот. Если ты один раз не подсек, он упал. Но на него опять, как вы видите, только что при вас было две поклевки, но они уже не подсекаемые. Невозможно подсечь. Просто как будто бы это запрограммировано. Вот, сколько бы сейчас раз он при вас бы сейчас опять бы не вставал бы, то есть когда есть поклевка. Нет, подсечки не будет. Вот, но я выбрался такую стратегию, в принципе... О, смотрите. Смотрите, опять клюет. Я не знаю. Я просто, ну, я просто не в курсе, когда подсекать. Надо будем пробовать как-нибудь, и знаю. Так. Но по логике вещей, сейчас если развернется, то можно будет подсечь. Сейчас, 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 сейчас. да, вот. Он. О, не, слушай, работает, нихрена себе. Это, я спешу, наверное. Ну, сложно понять поклевку, когда он лежит именно. То есть там нужно уже другой опыт иметь, у меня его нету. Вот, постоял, получается, половил буфика на три разных наживки. То есть у меня был и бойл, бойл, и бойл кукуруза, и чисто кукуруза. Где тут вот чисто кукуруза, а вот бойл плюс бойл. И давайте посмотрим, что у меня получилось за час пятнадцать. Так, мы на базе, что у нас получается, где у нас рыболовный магазин за час 15 у меня вышло 375 монет. Почему? Потому что очень много мелких, короче, друзья. В тот раз у меня вышло 600, сегодня 375. Как бы точка сдыхает, походу. Или я не знаю, или, возможно, сейчас опять цену сделали другую на рыбу. Ну, что имеем, то имеем, как говорится. Здесь, как обычно, опять ни хрена нету, нет. Амурчик один есть, хорошо. Вот, по деньгам у меня 5500 уже, мне нужно 8500. То есть еще три косаря и все. И я куплю себе маховую палку. Я один хрен это все продаю, потому что у нас Сейчас на медном, вроде как холодная, вернее, горячая вода повышенная. А что это значит? Это значит то, что у нас может быть работать точка 3732, которую мы пришли в первый раз с вами на медное, там, где лучший самый клев у меня был. Сейчас я хочу попробовать туда съездить, посмотрим, что из этого тоже получится. Значит, она не поехала на медное, там что-то вообще точки непонятно работают, не работают, что-то я ни хрена не понял. Опять пошел на своего любимого буфика, и вот, смотрите, за 53 минуты я выформил 455 монет, что еще раз подтверждает, что на слабой катушке, если знать, где ловить, можно спокойно отлавливаться. И давайте просто буквально промежуток глянем, какой у нас сейчас износ у наших катушек. Первая катушка, фрикцион 4%, и играбельно, второй, катушка 0.9, вообще не, не поношенная. Третья катушка 7%, еще более-менее играбельная. Чтобы вы понимали, когда у меня будет 10% износа, то у меня будет просто апнутая Адриатика в руках нулевая. Поэтому можно изнашиваться где-то до 17-20% даже, если бы я поиграл бы на Адриатике. То есть, если бы я спровоцировал бы износ на Адриатику. Поэтому, блин, я уже столько этих буфиков отловил, просто немерено. То есть, по статистике, сейчас глянуть, где-то Наживку можно глянуть. Наживка, наживка, банан 200 штук. Блин 200 штук. Интересный вопрос. А это рыб или а, да, это рыб, это рыб, это именно рыб поймана. На банан 200, на бойлы 300, хрен знает сколько, 350 штук уже вытащил. 350 штук уже буфиков только вытащил я. 350 штук. Вот, износ вообще копеечный получился. Поэтому я пошел дальше. Итак, друзья, добрался я до медного. Значит, встал я на свое любимое ведро, как обычно. Половил на ананасики, вот такие вот. И скажу, что реально клев есть. И сразу же, смотрите, давайте просто отчет просто сделаем небольшой. Какой тут? За час 12 я заработал 672 монеты. Я думаю, это замечательно. 672 монеты за час 12. Следующее, что хотел бы сказать. Максимальный вес у меня был здесь 19200. Я вытащил ровно за 10 минут реального времени. Предупр... Ну, повторяю еще раз, что, что на такие катушки ловить как бы можно. Как вы видите, я фармлю. Спокойно, но фармлю. Но бывает, конечно, то, что клюнет большой карп, и вам придется побегать за ним. Да, это без этого никак. Потому что катушка, если вы будете здесь стоять, например, на Адриатике, она стоит 450 монет, блин. Ну, плюс ап там 520 монет будет стоить. Вы должны быть к этому готовы. Потому размоты иногда будут. Тут без этого никак. И еще хотел бы спросить бы тех людей, которые в пятой серии меня гнобили которые гнобили, гнобили, критиковали, критиковали, а подсказать никто не смог, ни одного слова, ничего мне не подсказали, ничего не посоветовали, ничего не предложили. Я сам каким-то образом додумался, чтобы ловить не на поплавки, а на ваглеры, вот они, ваглеры. И вот когда я поставил уже вот такие вот ваглеры, реально все подсечки, все поклевки я вижу, я их подтекаю и я их достаю. Как бы реально клев стал лучше и комфортнее, то есть я смог Начать нормально рыбу ловить. И вот мне вопрос таким людям: вы в жизни такие что ли, что вы только критиковать можете? А подсказать нет, не судьба, если вы такие умные. Почему же не подсказали? Я изначально говорил, что я при вас учиться буду. Я учиться буду. Я сам не, я никогда не умничал, не говорил, что я тут, блин. Молодец, красавчик, я сейчас все покажу, блин, я, я сам до сих пор учусь в эту игру, я два года в нее играю, до сих пор многого не знаю, но ну, нет, люди же не могут подсказать что-то, то что знают, если критикуют, ну бог им судья, короче, вот, значит, смотрите, у меня прем заканчивается уже скоро, вот, нафармили мы сколько, сейчас давайте глянем, сколько у нас тут денег, о, красикарпис, кстати, 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 так, чешуя, о, и вот наша зеркалка пригодилась, отличненько просто, и сдаем сразу же все, у нас получается семь 100. 7100 на балансе. Осталось буквально 1400, и мы купим с вами первый крутой мах. Вот, и буду стоять на медном, фармиться дальше. Пока что все.